Людина не може жити без танців, без музики і виразу себе як особистості. Сьогодні будемо говорити про бально-спортивні танці. І до нашої студії ми запросили дуже чудових танцюристів. Вони усе життя танцюють, з самого маличку прийшли до танців. І ми сьогодні будемо говорити про те, як розвивається бально-спортивне направлення у нашому місті і у світі в цілому. Бо насправді ми відзначаємо такий чудовий день, коли усі люди пригадують про танці і можуть про них говорити дуже багато. Тож, сьогодні в нашій студії Ольга та Кирил Мальовані, керівники бально-спортивної школи і організатори міжнародних змагань з бально-спортивних танців. Я вас вітаю в нашій студії. Добре, що прийшли, дуже рада вас бачити. Ми сьогодні справді зіштовхнулися з тим, що танців дуже багато, але от такого видовища, яке може дати бально-спортивна хореографія, його насправді дуже мало. І те, що ми можемо побачити на конкурсах, чи тоді, коли танцюють пари, це справді дивовижно. Як в місті взагалі, що у нас відбувається, розкажіть трошки про це. Ну, я не маю на увазі карантин, так, будь ласка. Так, зараз не про карантин. І дуже хотілося б, прежде всього, поздравити всіх людей, детей, те, кто влюблен в этот прекрасный вид спорта, искусства, с Международным днем танца. И хочется пожелать, чтобы все держались, мы пройдем все трудности. Сейчас лучше накопить энергии, и когда будет возможно, конечно же, мы все выйдем на турниры, придем в залы. И обязательно, да, у нас вот много друзей, это тысячи по всему миру, которые также вот переживают это ограничение, но тем не менее, кто-то дома занимается, кто-то онлайн, конечно же, онлайн сейчас замещают. Вот. Тем не менее, всех с праздником и от нас лично, и, конечно же, от Всемирной Федерации спортивного танца, Всемирного Совета танца, который, собственно, и основал этот праздник. Так, всесвітня організація, яка справді підтримує, ну, я так думаю, що підтримує когось прямо, в прямому образі, так, підтримує когось, можливо, трошки взагалі просто тому, що існує ця федерація, і люди можуть звертатися і організовувати конкурси, турніри, усе, що потрібно для танців. Зараз, насправді, є дуже такі важливі конкурси. Ви організували один з них, це міжнародний чемпіонат, куди приїздять люди з багатьох країн. Дійшли до того, як взагалі до такого видовищного конкурсу насправді, як вам вдалося перейти і вийти на такий високий рівень? Ну, насправді мені дуже цікаво, бо це мало кому вдається зробити, але ви зробили це в нашому місті. Да, спасибо. Мы пытаемся, и у нас это получается, делать зрелищное, прекрасное событие самого высокого уровня с самыми лучшими парами мира, судьями, легендами, которые приезжают, и это действительно очень красиво, это заряжает и тех, кто участвует, и зрителей, и просто неравнодушных людей, которые приходят иногда случайно и остаются навсегда. Это проходит еще и в таком месте, как Гранд Холл Минора, прекрасная команда. Это действительно та атмосфера, которая должна быть вот именно в бально-спортивном танце. Справді, дуже гарно, видовищно завжди це виглядає, але якщо є іще і зала, яка підкреслює усю красу, то насправді дуже добре і хочеться приходити туди, хочеться милуватися танцями. Оль, я хотіла вас запитати. От насправді танці зараз, сучасна хореографія, вона дуже багато змін зазнала. І те, що зараз є в сучасному мистецтві, воно вимагає великої віддачі, вимагає терпіння і багато танцюристів. Танцюристів, от вони виходять на рівень, коли вони перевершили вже себе. Наскільки складно тримати той щабель, вийти на нього – це одне, а тримати?
Ну, я думаю, что каждый танцор, он не останавливается в развитии, он всегда продолжает учиться, вот как и все тренера, тоже они никогда не останавливаются, они двигаются дальше, учат своих учеников, конечно, поддерживают их, чтобы они развивались. Я дополню, любая хореография, в принципе, мы, конечно же, сейчас говорим о бальной хореографии, она сложная, это взаимодействие, конечно же, партнера, партнерши. Есть латиноамериканская программа, европейская, свои особенности. И каждая из программ идет, развивается. Как и мода в одежде, в архитектуре, все это претерпевает изменения. Но основные, наверное, критерии, под которые мода всегда должна подходить, танцевальная мода, это, ну, прежде всего глубокие знания ритма, музыки, строение тела, ну, на хорошем уровне. Это физическое развитие, это выносливость. То есть мы и спортсмены, и мы и актеры. Это актерское мастерство, это очень важно. Это внешний образ, это костюмы, это прически, это мейкап. Стільки всього, так. Да. І все це поєднано в одне. І тоді, і лише тоді ми можемо побачити те, що потрібно. Ту картинку, яка може заворожити усіх, так? І глядачів, і суддів. Але судді бачили насправді багато чого, так? Як обрати серед усіх учасників найкращих? Які є рівні? І на що ви звертаєте найбільшу увагу? Оля, якщо можна з вас, а Кирилл, а я дополню. Ну, вначале, конечно же, это как пара выходит на паркет. Вот. Потом костюмы, образ. Вот. Потом, конечно же, чувство ритма, да, что она должна танцевать в музыку. Вот. Она должна быть активной, она должна быть эмоциональной, музыкальной. Та скільки всього, так? Ви тільки вийшли на паркет, все, вас вже оцінюють. Ви повинні це розуміти і ви повинні себе представити належним чином. Так, обидва партнери, і чоловік, і жінка, вони повинні виглядати вже на достойному рівні. Насправді складно, так, все це тримати. Я доповню. Так, так, будь ласка. Я от і ученикам, і нашим молодим тренерам говорю, коли вони спрашують, як, от, ну, родителі. Родители, им всегда интересно, а как же это можно всех вот определить? Я говорю им, что хороший судья – это рентген. То есть пара выходит. Все. А, да, ему уже достаточно? Иногда, да. Дальше, да, не, может быть, и вот, ну, как бы вот детали уже, да. Когда пары высокого уровня, конечно, надо просмотреть рентген получше. Нюансы, да. Инши рентген, так? Да, да, да. Более глубокий, конечно же. Но и очень важно не только, как пара двигается, техника, харизма, взаимодействие вербальное, невербальное. Как они, конечно же, внешний вид встречают по одежке, бальный танец, это, как, наверное, они себя лидер, уверенно ведут лидер, на паркете. Да, лидер в этом. Но у опытного судьи, так как мы танцоры, и мы в этом живем, жили, развивались и удосконаливали это все, то на самом деле срабатывает это буквально пару-тройку секунд. Столько примерно времени. Ну, я, знаєте, зовсім не сумнівалася, я це знаю. Я знаю, що справжній суддя, він може просто глянути все, він вже прочитав, вже йому більше не треба. А потім він просто може підтвердити свою думку, яка вже була сформована, і віддати перевагу тій парі, на яку вже звернув увагу. Тобто це перше місце, він вже знає, так? Ну, насправді, дуже важливо, щоб пара і взагалі будь-хто, зараз же як спортсмен, якщо він спортсмен, то він виконує дуже добре усі елементи. Але, мабуть, найголовніше, вже потім, коли пара сформована і вийшла до належного рівня, щоб вона могла вміти подати себе, показати ту харизму, якої немає в інших.
Ось, мабуть, тут є таке змагання, знаєте, між акторами, так? Між, не просто між спортсменами, а хто з них кращий вже в такому рівні. Вот в даному случае, конечно же, все мы разные, да? И здесь вот срабатывает момент, ну, во-первых, возрастной, да, воспитание. Это вот как тренера мы однозначно говорим. Развитие ребенка. Почему как бы вот лучше начинать, чем раньше, тем лучше. То есть родили, пришли, там, только так, да. Среди нас вот, да, танцоров, так и это. Все родили, все на турнир и вперед, в первом заходе. Я бачила, вот примерно у нас 4 лет. 4 года турнир. Да. Да, да, ну это почти, уже выходит, да, в три с половиной годика. Некоторые уже такие маненькие. Ну, они в 5 уже точно. Причем у них эмоции, между прочим. Вот как можно с ними змагатись, вот скажите. Вот с ними невозможно. Все уже. Они настолько вот откровенные. Иногда харизма партнерши преобладает. Да, партнерши их прет, да, к сожалению, иногда. Да. И это замечательно, потому что они помогают иногда партнерам на турнире, переставляют ножки, считают им. Во время турнира им все равно. И это на самом деле замечательно. И, ну, конечно же, уже по мере того, как человек взрослеет, нужно развивать. И, конечно же, это не когда ты уже научился двигаться, нет. Это все параллельно. Это закладывается вот с самых маленьких деток, они должны испытывать мотивацию, позитив. А яку ви їм мотивацію даєте? От просто цікаво. Ну, чим ви їх можете замотивувати? Ну, вначале, когда ребенок приходит, это вот какие-то игровые моменты, это вот детские развивающие танцы, ну и, конечно же, это бальный танец, да. Конечно, это сложновато, но им это все нравится, им оттопывать ритм, хлопать, и, конечно, учатся основные фигуры, вот, и потом это все тренируется на тренировке. Проще скажи, иногда пряничек, ну, я конфетка. Я тебе хотела сказать, а иногда, цукерка, да, цукерка да помогает. А иногда пиндольчик не помешает. Да, да. Ну, это знать, да. Ты кому еще подходит. Зато в дальнейшем они вырастают, они знают, что такое вкус победы. Они знают, что такое ни шагу назад, не проиграть, не сдаться, не потеряться, не разреветься. Да. И они проходят это, и в дальнейшем, на самом деле, в жизни довольно давно вот этим занимаемся, да, и многие вырастают. Может быть, они дальше и не все танцоры, к сожалению. Но они, на самом деле, коммуникабельны, они чувствуют такт, стиль, вкус. Как мужская половина, так и женская. Они развиты, они знают английский язык, они знают, в общем-то, если они успевают в танцах, это по секрету, они успевают везде. Так, тільки во всех предметах сказати, в школе. Так, якщо він успішний в танцях, то все, успіх по життю йому гарантовано. Бо людина, яка займається отак от добре в танцях, і вона знає, що треба перемагати будь-якою ціною, вона буде це робити у всіх сферах свого життя. Ну, інакше ніяк. Не да. Вийде просто. Да, і да, насправді помічено, і це помічають, так от, я знаю, у вас донька має дуже високий рівень і свого розвитку, і взагалі чемпіонка. Якщо можна, да, трошки розкажіть, відкриваю секрети, але дуже цікаво, як ви так її виховували. Наша гордість, как многие наши танцоры нашего коллектива, все талантливые, но, как говорится, наверное, с кровью, с постоянными мыслями о танце, она все время росла в этом. И нам приятно, да, что она представитель Днепра, Днепропетровской области, Украины, потому что чемпионы мира, чемпионы Европы, понятное дело, чемпионы Украины, дважды чемпионы Блэкпула, Интернешнл, UK. Люди, которые в танцах, они понимают это, ну, как в теннисе. Ну, это все. Это уже сделали все, что могли. Да, да. И это не легкий путь, честно говоря. Хотя лучше, наверное, области, где себя применить, спорта,
я не знаю, это и красиво, это и познавательно, это и в плане общения, и ты видишь многие на хорошем уровне, да, многие страны, многие пары, это интересно. Люди, учителя, и саморазвитие, конечно же, это очень интересно. От скажіть, ну, я не знаю, може так не буде нескромно, якби друга дитина у вас інша ще була, ви б її віддали отак от, щоб вона йшла з самого маличку на танці і потім вийшла в Блекпул? Ну, так от. От. Тут же на турнір, тут же. А вы знаете, да, я могу сказать, что вот в Блэкпуле, к сожалению, в этом году отменился Блэкпул, а уже почти 100 лет этому турниру английскому. Это самый престижный, и он отменялся только во время Великой Отечественной войны. Выявляете? И сейчас вот, да, сейчас такие времена, я думаю, что они пройдут, и мы переживем это все. Вот, и я могу сказать, что вот в прошлом году, позапрошлом, каждый год на том же Блэкпуле видишь, как бывшие танцоры, они вот недавно еще танцевали, а они где-то на втором этаже уже с детками, ходят, и они да, там танцуют, их ученики, а они здесь с родителями, все, привыкают к музыке, они в этой теме уже все. Ну, це ж, знаєте, любов на все життя з самого народження. Інакше тут вже не скажеш, так? Насправді. І наостанок хочеться от від вас почути чогось такого надихаючого. Я не знаю, ну танці – це справді життя. І я так думаю, що помиляються ті батьки, які думають, що для хлопчика це ну, не так вже і добре, краще футбол, там, я не знаю, якийсь вид спорту. Я думаю, що ви додасте якраз і скажете, чому саме перевага танців є і для усіх, і для дівчаток, і для хлопчиків. Я можу сказати, що от іменно бальний танець, він дає розуміння, ну, з однієї сторони, партнер, стиль, образ, партнерша. Це два різних вот вообще мира, да, но в чем как бы интересно, что наши вот спортсмены, танцоры, они привыкают к тому, что они должны где-то находить общий язык, кроме того. Они должны идти друг навстречу другу, оказывать поддержку. Да, уметь общаться. Уметь общаться, да, находить нужное слово. Это на самом деле очень серьезная тема, особенно когда вот многие ребята, там девчонки, тинейджеры да, вырастают, они имеют свое мнение. Они имеют, очень важно уже и много, но им нужно, особенно это в жизни пригодится, им нужно находить друг с другом взаимопонимание. Да, да. И в этом ну, колоссальный вот этот плюс. Хотя, наверное, в любом виде спорта, если это футбольная команда, это должна быть одна команда. Если ну, опять же, это мы берем командные виды спорта. Если это бальный танец, ну, есть много разновидностей, да, есть формейшены, это свое, да, но уже двое, это уже все. Если ты научишься находить язык вот в этом деле, в спорте, через «не могу», через «тяжело», через «радость». Радость тоже проходить, надо да, уметь успех, уметь преодолевать, это очень важно. Если ты сможешь в этом вот со второй половиной или половинкой находить общий язык, то в дальнейшем уже количество можно не имеет значения. Вот количество высот не имеет значения и высот, да, в любой сфере. От, знаете, переконали. И я это знала давно, але я думаю, що глядачів так 100% переконали. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді, от кращих представників бальних танців я не знаю, тому дуже вдячна вам і за танці, і за те, що ви прийшли сьогодні, за те все позитив, за той, який нам принесли до нашої студії. Ну що ж, я так сподіваюся, не в останнє ще прийдете до нас в гості, ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.